4 мая 2016 года заканчивается кампания по декларированию доходов, полученных в 2015 году. Заполнять декларацию нужно в ряде случаев. Самым популярным из них является продажа имущества, находившегося в собственности менее 3 лет. Обязанность по представлению налоговой декларации прописана кодексом для налогоплательщиков, реализовавших имущество, которое было в собственности менее 3 лет. Если налоговая база при этом будет равна нулю и налог к уплате будет также равен нулю, обязанность по представлению налоговой декларации с налогоплательщика не снимается. Поэтому убедительная просьба: до 4 мая налогоплательщики, которые реализовали имущество, находившееся в собственности меньше 3 лет, налогоплательщики, получившие доход, где налог не удержан налоговым агентом, получившие имущество в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, и самое главное, налогоплательщики, получившие уведомление от налоговых инспекций, должны посетить налоговые инспекции и заполнить налоговые декларации. В апреле отдел налоговой службы Копейска по будням работает с 9 утра до 8 вечера, а также в субботу с 10 до 3. Инспекция бесплатно предоставляет бланки декларации и программы для их заполнения. Также предоставить данные о доходе за 2015 год в форме 3 НДФЛ можно при помощи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».